Всем привет! Меня зовут Маша, и я из Беларуси. Я учусь в Польше на архитектора, и сейчас нахожусь на третьем курсе политехники Познанской. Я никогда не планировала учиться и жить в Польше, однако у судьбы на меня были совершенно другие планы. И сейчас, оглядываясь на все ее знаки и стечение обстоятельств, я могу смело сказать – все возможно. Сегодня вы услышите мою историю – поступление в Россию, студенческой жизни в Европе и стажировки в Испании. Ребята, дальше больше. Моим поступлением в университет больше занимался Андрей, мой парень, так как он уже 3 года учится в Познани, и на тот момент он 3 года уже учился в Познани и ходил, сам узнавал, какие документы мне нужны для поступления, договаривался там, с этими менеджерами, чтобы со мной сконтачились, мне все объяснили. И передо мной стояло несколько вариантов в Польше. Это Варшава, Гданьск, Вроцлав и Познань, в которых, соответственно, были факультеты архитектуры, достаточно неплохие, но далеко не в каждом был именно бакалавриат на английском языке. А, например, в Варшаве и во Вроцлаве только была магистратура. В Гданьске я не помню почему, но я передумала поступать. И, соответственно, осталась Познань, политехника. Мне она понравилась, в принципе, внешне веб-сайтом и отношением ко мне. Меня прям чуть ли не за ручку проводили, показали, где, что, как, какие документы, куда скидывать, как залогиниться в своем личном кабинете. В общем, было отношение на высоком уровне. В принципе, мне просто было спокойно, что у меня здесь есть хотя бы человек, которого я знаю. На тот момент мы встречались буквально 2 или 3 месяца, но мне все равно было спокойно. Вот. Я ни капли не жалею, что я поступила именно сюда, а не в Москву. Здесь совершенно другой подход к обучению. Здесь я учусь всего 3,5 года, но у меня все самое необходимое уже есть в программе. У меня абсолютно все предметы связаны с моей специальностью, с архитектурой. У меня даже история архитектуры, английский язык у меня именно для архитектуры. Физика у меня сугубо архитектурная. Даже математику нам преподавали. Только то, что нам может пригодиться в вычислениях. То есть это нонсенс вообще. Для Москвы, для наших СНГ стран я такого не представляю, где мы экономику, социологию и вот это все растягиваем на 5 лет. Из минусов я, на самом деле, пока что не нашла для себя минусов в этом университете. Тем более, после первого семестра для нас открыли новый корпус. Изначально я училась в старом, мне нужно было ехать до него там минут 20 на трамвае, еще 20 минут пешком. До, соответственно, до этого нового корпуса мне всего 7 минут пешком, вот, общаги. Он новый, красивый, я здесь вдохновляюсь, я здесь люблю сидеть с ноутбуком работать, вообще я в восторге, мне очень нравится. Насчет польского языка, у меня не было никакого варианта поступать на польском, на обучение в польском языке, так как у меня нет никаких карт поляка, никаких документов, хоть как-то подтверждающих мое происхождение в Польше, я не могла рассчитывать ни на какую стипендию или скидку. Мне четко сказали, просто вы платите полную сумму, как иностранец. Но даже с учетом того, что обучение платное, для меня оно было очень выгодно, потому что это было в 4 раза дешевле, чем я бы платила в Москве за год обучения. Я плачу здесь в год около 2000 долларов. В Москве стандартная цена на творческую специальность в университете, именно в котором я хотела учиться, это была высшая школа экономики, это было 8000 долларов в год. То есть это настолько неподъемно, и при этом я поступала со скидкой 50%. 50. То есть я сдала успешные экзамены. И да, это такая практика, что почему-то все думают, что в Европе очень дорого учиться. Ни разу, нет, вообще. Здесь все возможности для того, чтобы ты получил образование, причем качественно, по твоей специальности и по достаточно подъемной цене для нашего народа. Я, как только приехала в Познань, заселила свою общагу, познакомилась с соседками. Одна из них была из Сирии, девочка, вторая из Зимбабве, из Африки. Мы очень с ними подружились, я их люблю, обожаю.
Всем привет. И когда я у них спросила, одна из девочек, вот Сирия, она уже 3 года, что ли, училась в Познане. И я у нее спросила, ну ты же, наверное, польский уже вообще отлично знаешь, да? Она говорит, польский? Нифига, я учусь на английском. И я сначала не поняла, как это, ты 3 года находишься в Польше, и ты не разговариваешь на родном языке этой страны. Я не поняла, если честно. Я первое время активно искала разные курсы, где я могу хоть чуть-чуть выучить польский. Они все стоили очень дорого. В университете я пыталась добиться хоть какого-то курса для себя там бесплатно. Были только платные и, ну, даже не сильно дорогие, но все эти курсы были на английском языке, и я, если честно, не видела смысла учить польский с иностранцами, когда мне намного проще его выучить с русским, потому что очень много похожих слов, и, в принципе, база одна, белорусский язык. Поэтому я как-то с этим медлила, потом начался ковид, и, слава богу, я не начала учить его здесь на каких-то супердорогих курсах. Я тем же летом после ковида взяла онлайн-курс от украинской школы польского языка. Мне очень понравилось. Я получила базовые знания, наверное, уровень, не знаю, там, один, но мне этого, в принципе, достаточно абсолютно, чтобы понимать сейчас поляков. Я их прекрасно понимаю. И я могу сказать базово то, что мне нужно, там, попросить кого-то, мне, не знаю, чемодан поднять на полку на вокзале уже без страха какого-то, поблагодарить, там, куда пройти, то все, помочь даже бабушкам иногда пройти куда-то. То есть для меня это прям... Но честно скажу, что иногда чувствую себя некомфортно из-за того, что мне почему-то кажется, что на меня смотрят как на... до войны с Украиной, на меня смотрели как на украинца, что вот там текай на Украину свою, вот это вот. И я почему-то чувствовала себя вот не в своей тарелке. Но мне кажется, это у меня проблемы с башкой. На самом деле все адекватно, ко мне никто никак плохо не относился, ни разу мне не сказали что-нибудь типа «вали на Украину» или что-то такое, ни разу не было такого. Даже иногда, вот я у охранника, мы с ним разговорились один раз, он мне помогал искать коврик из подмышки. Я говорю, здесь такие дружелюбные. Он мне 2 часа помогал, бегал по всему университету, искал мой забытый коврик для мышки. Ему тоже привет. Мы с ним разговорились, и я ему так пожаловалась, что вот, мне почему-то кажется, что меня там, не знаю, на меня все косо смотрят, что вот я приезжая и так далее. И он сказал, что вообще абсолютно не так. Им наоборот, даже полякам стыдно, что они не предоставляют таких условий для работников там с Беларуси, с Украины, которые делают там дороги, асфальты, строят дома и вообще делают все то, что поляки делают в Германии, Нидерландах, Великобритании. То есть он меня убедил, что здесь очень адекватные, нормальные люди очень хорошо здесь относятся к белорусам и украинцам. Я сдавала 3 художественных экзамена, это была композиция, живопись и натюрморт. Мне нужно было выбрать определенные места в моем городе и нарисовать их в разных техниках. Все экзамены сдавались дистанционно. Загружала необходимые документы, в том числе апостиль, сертификаты различные, участие там в конкурсах, в общем, все, чем я могла их сразить на повал, писала мотивационное письмо. Это был обязательный критерий написать качественное мотивационное письмо. Почему я хочу поступить в этот университет, что я хочу изучать и так далее. И, в принципе, я помню, что у меня было такое ощущение, что мне нужно себя максимально хорошо представить, и чтобы они прям захотели меня взять. Также я сдавала дистанционно экзамен по английскому языку. Мне нужно было подтвердить, что у меня английский хотя бы уровня B2. У меня не было на тот момент никаких сертификатов TOEFL, вот эти вот CIE, вот эти все мудреные, у меня не было времени их сдавать, и поэтому они согласились провести со мной разговор по скайпу с аккредитованным преподавателем моего будущего университета. И это было ужасно, это был самый сложный экзамен. Это я вспоминаю об этом с дрожью, потому что я на тот момент находилась в Москве у сестры, и мой ноутбук почему-то не заработал в обозначенное время. Он почему-то не открывал мне Skype, или даже если открывал, то у меня не было или звука, или был звук, но не было картинки. В общем, я уже
имела какой-то контакт с преподавателем, я уже чувствовала, что она в ярости, почему там прошло 5 минут, а мы до сих пор не ведем разговор. Хотя, по сути, это должно было занять максимум 15 минут времени. Меня так предупредили. Я подключаюсь через ноутбук сестры, опять там логинюсь, вот это все, это занимает еще 10 минут. Уже эта преподавательница очень раздражена и недовольна мной, и мы начинаем наш разговор. Она была, на самом деле, очень странная. Она говорит, я там Барбара Светенковская, тут то-то, преподаватель в университете, там, факультет архитектуры, все такое, и молчит на камеру. Я тоже молчу, говорю, да, я поняла, отлично, ну, все на английском, все здорово, да, вы там Барбара такая-то, да. Она говорит, девушка, вы меня вообще понимаете? Понимаете, что я говорю? Я говорю, да, я все прекрасно услышала, вы там, Барбара, такая-то, такая-то, вы преподаватель в политехнике Познанской, вы сейчас будете мне, ну, у меня собеседование проводить. Да. Вы не понимаете, что я говорю? Начинает еще раз это повторять. Я сижу, я уже понимаю, что все, я никуда не поступила. Это последний экзамен, но все, я его провалила. Я не понимаю, или это я сошла с ума, или она какая-то не в себе. Она мне опять начинает орать, что вы не понимаете, о чем я говорю, вы вообще английский понимаете? Он говорит, представьтесь. То есть она хотела от меня, наверное, минут 10, чтобы я просто представилась. Окей. Я поняла, что все пошло уже не как должно было. Там, мы проводим это собеседование, и она начинает меня валить. Вот давай мне называй архитекторов, которых ты любишь, знаешь. Я ей называю архитекторов, которые мне ближе, ну, по стилю, она говорит, они все мертвы, называй мне живых. Я ей называю направления, которые мне интересны, современные, потому что, ну, я не помню банальные имена, фамилии современных архитекторов, о которых еще даже не так сильно, возможно, известны, они не так сильно распиарены. И, блин, я 11 класс, я только думаю, что, возможно, мне действительно интересна архитектура. В общем, она меня начинает валить. В конце я уже со слезами на глазах готова захлопнуть крышку ноутбука, и все, думаю, не хочу никуда поступать, буду год где-нибудь. И она говорит, ну что я могу сказать, Мария, у вас действительно уровень B2. Я очень рада, что мы с вами поговорили. Прям с улыбкой на глазах. Я не понимаю, она энергетический вампир. Что это было сейчас? Проверка моих нервов. В общем, она сказала, я очень буду рада, если будете учиться в нашем университете. Я вышла из комнаты вся на нервах, с дрожью. И вообще не понимала, что происходит. Но при этом, конечно, у меня было спокойствие, что вот последний этап сдан. И вроде как все должно быть хорошо. В общем, это было очень странно. Но я здесь. На самом деле, мне кажется, что не так сложно было поступить, потому что я не считаю себя супер выдающимся художником. Да, там я неплохо рисую, и тогда я сдала, ну, мне казалось, на хороший балл эти работы. Но потом я увидела список абитуриентов, в том числе там среди польских и иностранцев, польских студентов и иностранцев было где-то нас 300, что ли, человек на курс. В общем, такое достаточно большое количество, и я была на втором месте по баллам среди поляков и иностранцев. И я была в шоке, потому что, ну, окей, я достаточно неплохо там это все нарисовала, у меня баллы в аттестате хорошие, все. Мне, наверное, помогло то, что я заканчивала 10-11 класс в экономическом профиле, потому что поляки, как я уже наслышана, очень ценят в наших странах вот математический и экономический профиль. Не знаю, как это работает, мне кажется, они добавляют сразу по 100 баллов, чисто вот, что ты закончил, такой вундеркинд. Потому что даже вот мой парень Андрей, он тоже когда поступал, он сказал, что ему, он был первый вообще в списке. То есть, ну, я не поверю, что поляки знают математику хуже меня, ну, точно нет, но вот такая дискриминация немножко поляков, наверное, происходит в университете. Открывается все карточкой. Никто лишний не зайдет. Кроме вас. И это все бесплатно. Да. Да, но, к сожалению, сушить здесь нельзя. В прошлой общаге у меня была еще дополнительная комната для сушки. Здесь у каждого должна быть такая ручная. Поэтому у нас надо весь коридор. В двух рядах.
начались от нуля. Заходим в твою комнату. И, давай, оправдывай свой бардак. Я тебя встречала рано с утра, я не успела прибраться. Нет, ну в принципе, да, вот так. Нет, ну слушай, мы здесь устроили свой бардак, ты пришла, не было. Да, мы немножко снимали. В общем, смотрите, здесь двухместная каюта, и у каждого человека есть еще туалет, ванная, еще и варочная панель, холодильник и умывальник. Я считаю, это супер жилье. Да. Сколько ты за него платишь? 650 злотых. Это чума. Но это не все университеты имеют такие общежития, и да. У тебя не все общежития такие. Да, я в прошлом году жила, вот уже рассказывала, в не самых лучших условиях. У нас было две комнаты на блок, общая ванная, туалет, тоже на блок, но кухня на этаж. Единственный плюс, там была духовка. Для меня это важно. Аттестат, экзамены, вот эти художественные, английский язык, мотивационное письмо очень важно. CV должно было быть очень грамотно построено, меня предупреждали. Я, на самом деле, не очень понимала, что мне нужно писать в CV. Я закончила всего 11 классов, у меня никакого там опыта в этой сфере нет. Вообще, в принципе, чисто что писать? Художественная школа. Да, написала, что я в каких-то соревнованиях участвовала спортивных, и то это было уже лет 5 назад от того времени. В общем, я туда из пальца высосала все, что могла. Я считала, что еще по курсу до ковида у меня очень спокойно выходило $400 вместе с общагой, проживанием, вообще абсолютно, с общагой и транспортом, едой. Одежду я первый год покупала очень много, потому что я, большую часть оставила в Беларуси, то, что уже там носилось несколько лет. Сейчас, я вкладываюсь 450, я больше трачу на общагу, но я не трачусь практически на транспорт сейчас, так как у меня университет всего в 7 минутах от проживания. И, собственно, магазины вокруг, тренажерка недалеко, центр рядом, я хожу пешком. Поэтому $450. Походим. Я сдавала, соответственно, ЕГЭ, русский и литература в Смоленске, сдала их на 87 баллов, это было очень для меня мало, я была уверена, что я наберу минимум 100, и мои ожидания не оправдались, я была очень разочарована. Моя преподавательница Инна Васильевна по русскому языку сказала, что нет, Маша, все, это абсолютный бред, за что тебя засудили, все, нет, ты должна бороться до конца, но, соответственно, я и так планировала ехать на апелляцию. Я еду через 2 недели на апелляцию в Смоленск отбивать свои отобранные баллы. Ругаюсь там с этим профессором. Он доводит меня до слез, я довожу его до истерики и уезжаю ни с чем. Мне не накинули ни одного балла. Я понимаю, что для меня остается один выход, сдавать внутренние экзамены снова, уже непосредственно в этот университет. И как будто бы все знаки судьбы указывали мне на то, что нет, тебе туда не надо, потому что я сдаю внутренний экзамен по русскому языку и в центре Москвы, в самом этом корпусе университета, только раздают тесты, бумаги, мы еще не успели их перевернуть, объявляют о заминировании здания. Нас всех выводят без вещей, без ничего. Кто успел, там я успела взять телефон, сумочку, мы выбегаем все из здания. Я охуеваю. Ой, нельзя это говорить. В общем, я в большом шоке. Мой папа очень испугался, потому что он меня провожал не на машине, а на метро. И, соответственно, ехал назад и видит, что я ему звоню в метро. Он не может услышать, что я говорю, но у него сразу паника, что я с телефона списываю, или что, почему я звоню, на экзамене нельзя телефоном пользоваться, что меня выгнали из кабинета, что произошло. Он в панике, он не слышит ничего, что я ему говорю, он выбегает на следующей станции метро, и Маша, Маша, что случилось? Я говорю, ничего, нормально, все нормально, меня заминировали, у нас бомба в здании. И, в общем, мы там пару часов сидели, ждали, когда его разминируют, это был фейк очередной, вот это он почему-то был очень популярен в Москве. И я сдаю эти экзамены примерно на такие же баллы, как бы 88, 89,
и этого все равно недостаточно на бюджет, я получаю только там скидку 50%, и это оказывается очень дорого для меня, в 4 раза дороже, чем я могла бы платить в Польше. В тот момент я уже подала документы в Польшу, так, на всякий случай, чтобы, если вдруг я не попадаю в единственный университет в Москве, у меня был какой-то еще шанс подумать, ну, выбор. Вообще, изначально Польшу я, повторюсь, не рассматривала никак для дальнейшего обучения, у меня здесь только был парень, но мы встречались всего 2 месяца, для меня это не был такой важный критерий, что вот, я за ним, и все, образование пофиг. Для меня все равно было важно качество университета, но почему-то я подумала, что для меня намного больше перспективы в обучении в Европе, так как я не планировала изначально оставаться в странах СНГ, а двигаться куда-то дальше. Плюс английский язык, всегда хорошо его знать, подтянуть, и, в принципе, для меня этот вариант оказался интереснее, и я поступаю в Польшу. Я давно хотела поучаствовать в программе Erasmus, программа по обмену студентов между разными странами, преимущественно Европы, и я подалась в конце февраля на французский университет в Страсбурге. Точно. Я подалась, да, на программу по обмену в Страсбурге, уже заполняла все документы, была безумно счастлива, ой, следующий семестр, осенний во Франции, боже, что может быть лучше. Уже подписываю все документы, и университет просит меня прислать документы, подтверждающие знание французского языка на уровне B2. Я такая, в смысле? Я учусь на английском языке, я подавалась именно на английский язык. Они говорят, нет, у нас нет английского языка, только там что-то типа 30% программы на английском, 70% на французском. И я понимаю, что я за пару месяцев не выучу французский на B2, да и зачем, всего ну, на полгода обучения. В общем, я отказываюсь от этого всего, очень расстроена. Почему-то меня не предупредили, что в этом списке университетов не все преподают на английском языке. Думаю, так, я все равно хочу поехать в другую страну, получить новый опыт. Что там еще есть? Есть еще такая программа, как стажировка от Erasmus. То есть ты сам находишь фирму, компанию, офис, где ты будешь работать минимум 2 месяца. Можно работать только летом, закончив сессию и перед началом нового семестра, то есть до октября. А в другой период времени невозможно. Erasmus не подтвердит, не подпишет документы, и вы не будете получать стипендию. На практику можно попасть только летом, закончив, сдав летнюю сессию, и практика не должна быть менее 2 месяцев и, по-моему, не более, соответственно, 3. То есть вы не можете одновременно учиться даже онлайн и проходить практику Erasmus в какой-то стране. Это невозможно. Я начала готовиться к этому в апреле. Я подготовила кое-какое портфолио, максимально подробно составила резюме свое и стала подбирать всевозможные вакансии в Европе уже в мае. Я помню, я села в кафе в параграфе, открыла свой ноутбук, такая вся деловая тетя, и просто ввела в гугле 50 самых крутых архитектурных офисов в Европе. Да, я сразу решила гуглить именно большие компании, не знаю, просто надеялась на удачу, а вдруг какая-нибудь крутая архитектурная компания захочет такого молодого неопытного специалиста, как я, ну, мало ли. И я рассылала абсолютно каждому свои резюме и портфолио, на очень многих сайтах проходила эти долгие анкеты, имя, фамилия, отчество, вот это все. Это заняло достаточно много времени, наверное, 5 часов я сидела в параграфе, но я стала получать имейлы от этих компаний, начиная от следующего дня, заканчивая сентябрем следующего года, потому что... Ладно, это ты вырежешь. Так, бля, все. Что-то я...
В основном компании отвечали негативно из-за того, что слишком маленький период времени, который я хочу работать, им недостаточно было всего 2.5 месяца, они требовали минимум 6 месяцев практики, и большинство также отвечали, что я слишком маленькая, что я должна хотя бы закончить бакалавриат, они не нанимают таких молодых специалистов, то есть у меня должен быть уже хоть какой-то опыт работы в этой сфере, даже на стажировку. Но удача мне улыбнулась, и мне ответил небольшой офис в Барселоне о том, что да, нам очень нравится ваше портфолио, и мы готовы взять вас на стажировку, но у них, особенно в Испании, тогда был очень тяжелый период перенесения ковида, пандемия, и они мне ответили, что в связи с кризисом и вот этим всем, они принимают студентов только на стажировке оплачиваемой. То есть они мне ничего не могут заплатить, но они со своей стороны стараются дать мне все самое лучшее, все, чему могут меня научить, они научат. И я была все равно безумно рада, потому что я и так подавалась на стажировку, у меня не было другого, в принципе, выбора. Erasmus платил мне 550 евро в месяц. Я была очень рада такой сумме, потому что я рассчитывала максимум на 400 евро, но в зависимости от страны разные расценки. Например, в Швейцарии, по-моему, там, ну, 600, что ли, евро в месяц платили, в Австрии, в таких дорогих странах, а в той же Германии, Польше, соответственно, там 400, в общем, более низкооплачиваемые стажировки. Мне было этого достаточно. По приезду из Барселоны я посчитала, что я потратила ровно-ровно, ноль в ноль, всю сумму, которую мне платили Erasmus. При этом я себя никак ни в чем не ущемляла, я путешествовала, снимала комнату на эти деньги, оплачивала транспорт, кушала все, что хотела, в общем, а покупала даже одежду. То есть мне на самом деле хватило с лихвой. Я очень благодарна, всем рекомендую. Получила, конечно, огромный опыт. Сама вот эта компания относилась ко мне очень дружелюбно, очень гостеприимно. Пытались научить всему действительно, что они знают. Своим офисом владеют муж и жена. Муж испанец, жена итальянка. Они находятся не в самом центре Барселоны, а в немножко отдаленном районе Корнелла. Соответственно, я рассматривала жилье не самое дорогое в центре города, а на окраине. И это сыграло мне на руку, потому что мы платили вместе с моим молодым человеком, он поехал вместе со мной. Сама стажировка у меня начиналась 10 июля и закончилась 25 сентября. Я ехала ровно на 2.5 месяца. Так как я закладывала еще пару дней после сессии на приезд в Испанию, на более-менее акклиматизацию, чтобы я смогла найти жилье, и пару дней до начала нового семестра, то же самое, чтобы приехать в Познань, как-то разобраться с этим сумбуром, с общагами, с вещами. И этого, я скажу, мне хватило. Некоторые студенты, которые приезжали тоже на стажировку в этот офис, оставались на месяц, это было очень мало, но они по другим программам, не по Erasmus'у. Они чаще всего приезжали уже такие студенты после магистратуры, им нужно было получить минимальный какой-то опыт, обязательный для университета. У меня была стажировка абсолютно необязательная, я ее сама искала, сама хотела, и никто за меня бы эту работу не сделал. Я ехала туда со своим молодым человеком, он для меня герой, потому что он жил 2.5 месяца на свою зарплату, он работал дистанционно, то есть я уходила в офис на работу в 9 утра, приходила в 6, в 7, а он все это время работал дистанционно за компьютером и жил, можно сказать, на белорусскую зарплату в Испании. Я до сих пор не понимаю, как у него это получилось, и да, ему большое от меня спасибо, и вообще его люблю, обожаю, потому что далеко не каждый сможет на такое пойти. И действительно, это мне очень помогло, потому что мне не было так страшно ехать, одно дело ехать с любимым человеком, другое дело одной, в незнакомую страну, и большая проблема была найти жилье.
За 2 недели до программы я серчила, искала на разных этих сайтах идеалиста, в общем, не помню уже точные названия веб-сайтов, но у меня их было штук 10 в запасе, я постоянно искала жилье, писала, что вот мы пара белорусов, очень чистоплотные, порядочные, и все, там, будем работать, нас почти не будет дома, пожалуйста, возьмите нас. Но практически все просто игнорировали мои сообщения, я не понимала, почему, это какая-то дискриминация белорусов или что. И в итоге договорилась с единственным хозяином в центре Барселоны, что вот именно в тот день, когда мы прилетаем, мы сможем посмотреть комнату и в нее же заехать с чемоданами, все сразу с самолета. Мы так и сделали. У нас был самолет не Варшава-Барселона, как раньше летали, а... почему-то они закрыли эти рейсы, мы летели Познань-Жирона, и из Жирона добирались на поезде час до Барселоны. В принципе, тоже достаточно удобно, не было никаких таких сильных проблем. И мы с чемоданами залетаем в эту комнату, понимаем, что она на двоих очень маленькая, максимум, там, не знаю, 4 метра квадратных, только кровать и маленькое окно во двор. В принципе, это стандартная комната в Барселоне, тем более в центре, в старом доме, но единственное, что нас смутило и почему мы не взяли эту комнату, что комната не закрывалась. Хозяин нас убеждал, что это по всей Барселоне так, и вы другую комнату даже не найдете, как бы вообще не понимаю проблемы, почему вас не устраивает, что нет замка в комнате. Мы такие, ну, в смысле, как это? Мы работаем, у нас тут вещи, ноутбуки, деньги. И он говорит, нет, во всей Барселоне так. Я ему не поверила, потому что я уже 2 раза была до этого в Барселоне, и я знала, что это город воров. Но здесь нужно быть очень аккуратным со своими сумками. Здесь, там постоянно воруют, особенно приезжие, не сами испанцы. И я сказала, нет, спасибо, мы будем искать дальше. Я полная в растерянности, не знаю, куда нам идти с чемоданами, мне там послезавтра на работу, мы не знаем, где нам переночевать сегодняшнюю ночь. Мы, в общем, заходим в KFC, я вся уже растеряна, я уже ничего не хочу искать, я уже столько этих комнат пересмотрела и ни одну не нашла. Я просто отвлекаю телефон, и мы 3 часа сидим в KFC, Андрей, мой парень, ищет сам эти комнаты, сам нашел каких-то там... не знаю, людей, договорился с ними, все, мы едем смотреть. И мы едем как раз в тот район, который ближе к моему офису, мы приехали, посмотрели, там тоже жил муж с женой, в маленькой квартире, всего двухкомнатной, просторной, на 13 этаже, на последнем этаже, с нереальным видом на город, на горы, на закат, огромной двухспальной кроватью, балкончиком, со столиком, 2 стульчиками, чтобы смотреть на этот же закат, телевизором, огромным шкафом. В общем, супер. Условия в этой квартире были очень хорошие, и стоила она всего лишь 450 евро. Ну, комната, вот эта комната. И мы были в таком шоке, потому что нормальная цена для одного человека в центре Барселоны за комнату крохотную, вообще почти без всех условий, в старом доме, 800 евро. Это была суперстандартная цена. Но за счет того, что эта комната находилась не в центре города, и, не знаю, были добрые хозяева, может, они не в курсе были, поскольку сдают, они сдали нам постолько. На двоих у нас выходило вот каждый там по 220 евро, это было очень дешево для Барселоны. Единственное опасение, которое у меня было, когда мы заезжали, что мы не подписывали никаких документов, зная то, какой город Барселона, что там нужно все время быть начеку, что тебя обманывают на деньги, особенно с квартирами, там очень часто обманывают, так как там существует такой тип людей, как окупас. Окупас по закону имеют право находиться на твоей территории без каких-либо прав на нее. То есть люди, у которых нет своего места жительства, если вдруг вы там находитесь в отпуске, или как многие русские туристы делают, покупают виллу, квартиру себе в Испании, туда приезжают на 2 месяца в году, а все время живут в России. Окупас в это время спокойно заходит в квартиру, там взламывает ее и живет. Если окупас, люди живут в твоей квартире больше 3 дней, и это подтверждают соседи, они имеют абсолютно полное право жить там сколько захотят.
Вот такие законы в Испании, очень странные, очень непонятные для многих наших людей, поэтому это сделано вообще для того, многие испанцы очень поддерживают этот закон, это сделано для того, чтобы по максимуму использовать уже существующую недвижимость в Испании, так как людей становится все больше, места становится все меньше. А в 90-х, по-моему, годах, когда начался сильный кризис, бедные в Испании стали еще беднее, богатые стали еще богаче. Многие богатые люди накупили себе по 10-12 квартир, а бедных не хватало денег даже, чтобы, не знаю, там, заплатить за коммунальные, даже в съемной квартире. Ну, в общем, в принципе, не было у людей денег. И правительство Испании пошло на такой шаг, что если ты не живешь в этой квартире, если тебя там никто не видит, тебя не существует, значит, люди, у которых нет места, где жить, имеют полное право поселиться в твоем имуществе. Вот такие законы. Поэтому я очень боялась, на самом деле, что вот эти два хозяева, они окупас, что они у нас просто заберут деньги, а завтра придет хозяин, скажет, я вас не знаю, вы кто. И я дала телефон своему работодателю Анхелю, поговорить с этими людьми, с этим мужем и женой, а так как они еще не говорили на английском. Мы не говорим на испанском, они не говорят на английском, мы общаемся через переводчик, там задаем какие-то вопросы, типа, там, а сколько стоит, там, я не знаю, далеко ли тут до метро, вот это вот все. И он поговорил и заверил меня, что да, конечно, вы там в Барселоне не найдете никого, кто вам сдаст квартиру по договору, но я бы на вашем месте там остался, звучит все очень, как сказать, правдоподобно, что действительно они тут живут, и они владеют этой квартирой. В общем, мы остались, не пожалели, они очень добродушные, они нас все время чем-то угощали, все время там, как дела, Мария, хорошего дня, там, bon dia, и вот это все. Очень позитивно, я очень их люблю. Если говорить про будущее, то я не вижу себя как минимум в странах СНГ. Я бы очень хотела продолжить обучение в магистратуре в таких странах, как Германия или Нидерланды, потому что там самый высокий уровень образования по моей специальности. Ну, так считается. Насчет работы. Я на самом деле еще думаю, возможно, после окончания бакалавриата я возьму полгода или год такого отпуска. Я буду работать конкретно над своим портфолио. Возможно, возьму какую-то стажировку. Возможно, в польском бюро. Возможно, где-то дальше в Европе. Может быть, вернусь на прошлое место работы в Испании, потому что меня там заметили и пригласили. Сказали, в любой момент, если захочешь, приезжай. У тебя здесь есть место, поэтому я еще на самом деле думаю, но скорее всего так и будет. Я буду заниматься портфолио, чтобы поступить уже бесплатно на магистратуру, так как в Европе на самом деле очень много возможностей, помимо каких-то просто скидок на обучение, очень много разных стипендий, очень много разных программ. Я не буду говорить, что выбирайте специальность по душе, вы должны любить то, чем вы занимаетесь, потому что на самом деле, особенно только после окончания школы, ты абсолютно не знаешь, чем ты хочешь заниматься. И мне очень нравится в Европе то, что европейцы очень часто проучились год в университете, поняли, что это там не мое. Поступили в другой, поступили, поняли, что опять не мое. Или еще в другой, в разные страны, разные специальности. И они себя пробуют, мне это очень нравится. Поэтому я не
вижу такой необходимости сразу делать четкий перед собой выбор. Возможно, даже я бы посоветовала действительно брать год какого-то отдыха после школы и просто раствориться во времени, понять, куда вас больше тянет. Например, я во время пандемии я для себя открыла кондитерство, и оно мне настолько запало в душу. Я делала тортики на заказ, и я поняла, что если бы не архитектура, я бы, скорее всего, пошла в какую-то даже, не знаю, французскую академию десертных искусств. Потому что мне это очень дико нравится, и если бы не архитектура, я бы запросто себя реализовала в этом деле. Также мне нравится 3D-моделирование. В общем, в 21 веке очень много направлений, и вы не можете быть зациклены чисто на одном. Поэтому, да, наверное, мой совет будет таким. Что для тебя архитектура? Архитектура для меня — это про грамотное, современное и красивое оформление города, в котором ты живешь. Чтобы всем было комфортно, и нравилось, что ли, жить и существовать. Что для тебя Польша? Польша — это временный дом. Я не скажу, что чувствую себя очень здесь постоянно, но она мне нравится, я ей за все благодарна, и кто знает, возможно, я здесь и останусь. Никто ничего не знает. Что для тебя образование? Образование — это не обязательно в многих специальностях, но желательно, особенно в хорошем университете, в хорошей стране, чтобы вам это нравилось, мне как белорусский. А для тебя? Что для тебя образование? Так, для меня. Это постоянное самосовершенствование, саморазвитие и просто весело. Спасибо большое.